открывается зимой международный фестиваль «Кубок». Это будет 10 дней кинопоказов вместе с дискуссиями, круглыми столами. В этом году будет больше акцент на исследовании гендерных вопросов. И это фестиваль о том, что каждый имеет право быть собой, имеет право говорить об этом громко, вслух, заявлять в общественном пространстве. Действительно, через кино люди могут получить информацию, люди могут прочувствовать какую-то ситуацию. Да? То есть не просто прочитать и забыть, ощутить на своей шкуре, да, вжиться в шкуру другого человека. Да? Поэтому, конечно, мы стараемся изо всех сил, чтобы эту информацию смогли получить как можно больше людей. В этом году у нас очень интересный программ, и я хочу вспомнить с пониманием, что кино – это очень прекрасный метод, через люди можно изменить их мнение. Сейчас мы тебе вот так вот сделаем и отдаем обратно. Это тоже. Всего доброго. Кинофестиваль «Бок о бок» всегда принимают участие не только ЛГБТ-режиссеры или не только ЛГБТ-зрители ходят на наш фестиваль. На самом деле всегда около 30-40% зрителей этого фестиваля — это гетеросексуальные люди. И я объявляю церемонию открытия 8-го международного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» от начинающейся. Различные международные партнеры или представители консульств генеральных, которые находятся в Санкт-Петербурге, из Европы, они, естественно, очень важны для фестиваля. Я искренне считаю, что фестивали подобного рода действительно имеют всю необходимую силу для того, чтобы повысить осознанность и уровень уважения, толерантности в обществе. Когда чувствуешь, что тебя поддерживают люди из разных стран, то, естественно, ты воодушевляешься и понимаешь, что мы можем обмениваться опытом, и мы можем увидеть что-то положительное. Хочется верить, что когда-то и у нас все наши дискриминационные законы будут отменены.